В послании к пастве по случаю Нового года по церковному календарю патриарх Константинопольский Варфоломей I объявил о планах провести очередной экологический саммит в июне будущего года. Варфоломей I, которого за приверженность экологической тематике назвали «зеленым патриархом», заявил, что цель новой конференции состоит в том, чтобы пробудить глобальную совесть к особой и определенной важности этического и духовного измерения экологического кризиса – со специальной ссылкой на искусство и литературу, чтобы все могло быть возвращено ее изначальной красоте, которая является естественной, всеобщей и священной целью, с которой все было вылеплено творческими руками Божественного Слова.